Около 80 докладов исследователей из Европы, Азии и Африки. Все это конференция Державинского, которую университет традиционно организует вместе с Тамбовской семинарией. Главные темы – духовность и словесность. Сегодня это необходимо нам для того, чтобы воспитывать нашу молодежь на наших духовных ценностях, на нашем культурном достоянии. И вот эти традиции, эти ценности, они сегодня объединяют наше общество. 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, когда вспоминают создатели славянской письменности Кирилла и Мефодия. По своему обыкновению Державинский университет ежегодно проводит Дни славянской письменности и православной культуры, которые включают целый цикл мероприятий. Это ценности, которые есть в каждом человеке, не только русском, но и каждом человеке. И сегодняшние мероприятия, и все мероприятия, это, конечно же, невозможно обсуждать только с точки зрения научной. Конечно, здесь необходимо соработничество, сотрудничество и с Русской Православной Церковью. В этом году конференция посвящена 280-летию со дня рождения Гавриила Романовича Державина. Кроме того, в программе двух дней конференции доклады на тему творчества Лермонтова, философа Соловьева, Достоевского, Замятина и других. Конференция «Славянский мир. Духовные традиции и словесность» – это конференция международная. В рамках секционных заседаний аудитория заслушает доклады специалистов и ученых из университетов Сербии и Белоруссии. Также в работе конференции участвуют исследователи из Сенегала, Узбекистана и Казахстана. Обсудят ученые и вопросы изучения и преподавания славянских языков. Павел Юрасов, Николай Иванов, Даниил Лычко. Область новостей.